Микрорайон Жигаловский. Сюда, согласно утвержденному графику, приехали специалисты Щелковского водоканала для проведения промывки водопроводных сетей. Эта профилактическая работа необходима для того, чтобы в наших кранах вода была чистой. Одновременно с внутриквартальными сетями мы проводим промывку на ВЗУ, резервуары чистой воды. Поэтому это такая комплексная работа, которая связана с повышением качества подаваемого ресурса жителям. Для промывки используется компрессор, с помощью которого внутри сети создается давление. Под ним грязную воду с естественными отложениями на трубах сбрасывают на конечную точку, пока не пойдет чистая вода. В этот день сотрудники промыли около 10 километров сети. Эффективность этих мер будет высокой при совместной промывке и внутридомовых сетей, ответственность за которые несут управляющие компании. Это плановая работа. На сегодняшний день мы ее проводим по всему округу Щелково и привязываем ее именно непосредственно к промывке ВЗУ, плюс сети и микрорайоны, которые питаются именно с этого ВЗУ, чтобы достичь максимальный эффект. Конечно, мы хотели бы призвать одновременно и управляющие компании к нам присоединиться. Тогда уже получится, конечно, более эффективная работа. В этот же день сотрудники водоканала также произвели промывку резервуара чистой воды на радиоцентре. Виктория Мельник, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.